чихнул, я что-то одну очередь пустил, минус какая-то штука человек. Толян, наверное, мне надо будет встать. Ты сюда встань, слышишь? Дай мне тут, если за мешки, только. Мне и так нормально. Ну, у меня дробовик, мне просто ближе надо встать. Слышишь? Волна пройдет. Кирилл, тебе там как помочь тебе? Не, нормально. Ассист дали. Спиной скрыто, спина к спиной стоим, но решки слышишь? Да. Ну я тебе скинул свой автомат, иди сюда. Смотрите, они все с моей стороны. Да. А мне бронежилет надо забрать. Я убил слева. Куда ты там выливаешь? Ай, блядь! Мне прям заспомнились, ты видел это говно? Да, и сразу же у меня. Нет, до следующей волны, да, вес? Да. Я сезонный пусть. Оу. Понял. Ты что, Толь, живой? Да, пока что живой. Я не знаю, где ты спрятался. Вот тут, да. Он уже идет, козел. Вот их стробовый камень, кажется, слышишь. Ага. Я нихуя не вижу, блядь. Лево за ваном стоит. Дай, мадафакас! Say hello to my little friend, блядь. Я еще оружие скинул от напедика, он сдох, блядь. Ну вот так вот. И, так ты видел, как я сдох? Они просто резнули все перед. Да, я видел. Убили. Так они рядом со мной даже резнулись. Че он так там просто сделал? Я просто бегу, и его приятно все. Ну, конечно, ты вовремя, ты, блядь, в смысле, чё тебе отбил? Я с последними двумя патронами его убил. О, классно. Пика сам где-то вообще классно. Сима себе? Будь здоров. Игра зависла. О, отвисла. Лол? Она не вылетела, отвисла? Это чё-то новенькое. Отвисла? Это чё-то новенькое. Шутки с масмехи у тебя там что-то, ничего? Мазафака! Ебать, они в лицо получают. Там сбоку зашли. Там сбоку. Ну когда я смотрю снайперский прицел, меня лагает. Объяснит. Дальность полисов? Нет. Нет. Ебать, чё они лагают? Кто хост? Я навер. Чё-то живой кто-то валяется. Хватит гранаты кидать, там дохлый все. Травишь, типа. Вообще охуенный спот у меня, на самом деле, я так понял. Если меня прикрывают со стороны этих... Со стороны автобусов, если меня прикрывают... Лол, я вообще, блядь, в очередь в одного дал, умер в другой. Лол, что произошло, блядь? Лол, вы чё угораете? Я видел его пятку, что, блядь? Витя? Стреляют? Я, короче, ем всё, блядь. Комбинешка. Краткоежка, Витя. Каким, блядь, образом я попадаю туда? Объясните мне, пожалуйста. Через стену, блядь?
Да они с пулеметами, ой, что? С гатлингами, лол? Да. Деревенщина с гатлингами, я понял. Холи кау! Я не выдвигаю. А сделаем паблик с деревенщиной. Нет, тоже есть гатлинг, у них чего его стоит. Это все есть у вас много гатлинга. Машинка едет. О, да. Добрый вечер. Мужик с гатлингом, пиздец толстый. Чтобы гатлинг кричал. Ебать он потанцевал. Куда ты бежал-то? Бля, машина конченая. Киньте гранату какую-нибудь. Я сам могу. Да, граната сдохла. Я сам взял. Заебись, ничего не изменилось, блядь. Тут прям здесь, слева, рядом. Он с миниганом, прям за стеной. Он перелезает. Чё, дядька с миниганом перелезает? Да. Всё. Нет, он всё ещё там стоит. Чё, охуел, что ли, дядя? Не там, пластинка. Ты короче говно. Он лес и встал, не блять ничего. Прям около тачки стоит система, ребят. Далеко. Почти. Короче, поехали. В лицо его. Сука, такой в лицо, а? Он перелез, все. Он прям за бочкой там. С газом. На всякий случай, что я ему подкинул.